Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Всем привет, с вами Сергей Плей. Да, как я и обещал, я говорил, что вторая часть выйдет по причине моего заговорения, по причине дополнительного информирования. Что хочу, учитывая, что я возвращаю контент, как и в первой части не упомянул видеоразговор на тему, соответственно, что будет в ближайшее время, что будет дальше на моем канале. Кстати, когда он тоже возвращался, видео с монтажом тоже, там и поздравления, именно по поводу видео, вообще поздравляю с праздниками, но это уже там тоже такое мелочный контент, можно сказать, такое, в общем-то, и, ну, и, соответственно, если что там будет еще какие-то ближайшие еще изменения, то я проинформирую в группе там, или когда Телеграм еще создам ближайшую, я думаю, неделю или две, там тоже буду информировать, в общем, там, как и в группе ВК, так и в Телеграме в целом, в общем-то. Ну, соответственно, в ближайшее время уже завтра и послезавтра будет сначала Mankato Socket, сначала и настроим все VPN, там, например, вот здесь, что называется, вот SoftRes VPN, вот этот SoftRes VPN будет настроен, только уже встроен, как в первой части, упомянул в первой части видеоразговор на тему государственную операционную систему Windows и Mac с NPN называется. Вот что я это повторюсь, вот здесь, в общем-то. Здесь, когда все запишу, запишу, в общем-то, и, соответственно, все в группе опишу, в общем-то. Ну и, соответственно, потом в будущем так и после запишу, и также запишу видео про это NPN звено, и потом уже буду записывать так же, как и всегда было, в общем, как бы до Майнкрафта, там сначала там уже разнообразить контент, Майнкрафт, Планет Зомбис, для этого Бодисман, Планет Таунлэн, вообще возвращу контент, ну и, соответственно, все контенты, которые у меня были вообще в целом, да. Вот что сидит, когда, также во Фейс, может быть, в общем, после 50% подписчиков, когда я после этой цели, когда я вот уже упомянул, повторюсь, первую часть разговора на видео. Вот что, ну и всего я основное проинформировал, также еще хочется учесть, что, может, создам Фейсбук, у меня Фейсбук есть, но Фейсбук, новый Фейсбук, специально для того же, чтобы информировал видео, там можно заниматься, уже не в точности, точно, в общем-то, так сказать. Ну и все, самое основное проинформировал. Если вам понравилось видео, поставьте, поддержите его лайком и подпиской на канал для новых зрителей. Информирую, что этот канал для разнообразия контента, в общем-то. Ну и все. С вами был Сергей Плей. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. Ждите новое видео, выйдет завтра или послезавтра. Сначала Майнкрафт, но, соответственно, когда на 100 VPN, то и выложу о приказе брифинга, по гайду и по уже в целом по информации по и настройке самого VPN, как настроить, что и куда модуля, самого модуля VPN сети и связи, в общем-то. Ну и все. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Еще раз всем пока. С вами был Сергей Плей.